Химическое оружие изъято у боевиков сирийской оппозиции. Об этом объявили сегодня в Турции. Там, по данным местных СМИ, задержано 12 человек, у которых было 2 килограмма вещества зарин, поражающего нервную систему. Российский МИД призвал расследовать инцидент и выразил опасение, что применение террористами такого оружия может спровоцировать вторжение в Сирию. В дипломатическом ведомстве также подвергли критике принятую в Совете ООН по правам человека резолюцию, осуждающую участие иностранных граждан в боевых действиях в Сирии, но лишь на стороне властей, хотя известно и об иностранцах в рядах оппозиции. Создается впечатление, что национальная коалиция и ее, прежде всего, региональные спонсоры делают все, чтобы не допустить начала политического процесса. И любыми способами, включая недобросовестную обработку общественного мнения на Западе, добиться военной интервенции в Сирии. Также в МИДе добавляют, что принятая резолюция может нарушить планы по созыву мирной Женевской конференции, запланированной на 5 июня.